Потягушки, потягушки. Все знают, что французские бульдоги аллергичные собаки. Олег кушал проплан с лососем, и у него появляются, то пропадает, вот сейчас тут практически не видно, межпальцевые кисты. У кого есть французские бульдоги, те, скорее всего, знают, что это такое, что у них это бывает. Я поговорил с девочкой, с Катей, она тоже кормила кормом Purina ProPlan с лососем, и у нее были такие же штуки на пальцах у ее собаки. Она перешла на корм с ягненком, и эти кисты исчезли. Я хотел купить корм совсем другой фирмы, пока не скажу какой. Сейчас сначала протестируем ProPlan с ягненком. Исчезнут кисты в пальчиках у него или нет, вон видно. Так что, Олег, будем тестировать на тебе разные корма. Что будет лучше твоему здоровью? И поделимся с людьми, у которых есть французские бульдоги или которые хотят завести их. Если улучшения не будет по пальцам, то куплю корм другой фирмы. Ну и так по порядку. Также купил для Олега витамины, потому что весна, витаминоз, не чужд ни людям, ни собакам. Ну и средства от паразитов тоже надо уже дать. Опачки. Олег, ну-ка, куда ты понес витамины? Олег думал, что я ему игрушку принес новую. Понятно. В общем, будем делать выводы по корму. Может быть, кому-то это поможет избежать проблем со здоровьем у своей собаки. Всего вам доброго и удачи. Пока.